Праздник — это тяжелый труд. Где найти остроумного ведущего? И тамаду. Артистов оригинального жанра. Певцов и танцоров. И сколько будет стоить снять все это для семейного архива? В празднике нужно отдыхать. Несколько слов о призах. В октябре на острове Сайпан пройдет международный конкурс красоты «Российская супермодель года». Победительница конкурса «Мисс Фейс Контроль» начнет свою карьеру ведущей с поездки на Сайпан. Зрители мужского журнала, мы сейчас находимся в Мерседес-центре Altair Auto. Дело в том, что здесь проходит одно из важнейших событий автомобильной жизни города. Презентации 3 суперкаров и показа 16 автомобилей, которые уже покорили мир. Но обо всем об этом смотрите подробнее в нашем сюжете. На небесах я прилетел сюда, чтобы возвестить и богов, и людей о начале священнейшего из торжеств, воссоединение двух половинок, блуждавших в поисках друг друга тысячелетия. Так войдите ж в храм, но сначала, друзья мои, вкусите плод достатка и изобилия. У нас по русскому обычаю молодые должны будут дать первую в своей жизни самую главную клятву. Первая клятва жениха. Клянусь. Еще! Еще, братья! Клянусь! Отлично, аплодисменты! Клятва жениха состоялась! Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Итак, ваша задача, пацаны, дотолкать ваши автомобили прямичком до гаражного бокса. Как только вы коснетесь гаражика, я считаю, что вы победили. Приз главный, приз поощрительный. Разберемся, так сказать, в движении, кто будет лучше. А пока... Слушай, ну ты реально спец, блин, уже наяривает такой стоит, наяривает, маятник раскачивает. Красавчик, елки-палки. Как там твои профсоюзные дела? Да никак. Все себе самоотводы дали. Один говорит, мне нельзя выбираться, потому что я пою в хоре. Другой говорит, мне нельзя выбирать, потому что я подавляю инициативу других. Да ты не подавляй! А я на минуту вышел, меня бац, выбрали. Слава. Ну как тебе не стыдно говорить такие слова? Ну студенты съехались, бог знает откуда. Откуда они нам съехались? Некоторые живут в общежитии, снимают квартиру. Ну тебе же лучше знать, кто нуждается в общежитии. Я. Кто в помощи с директорского фонда. Я. А хоть массовая работа. Не. Какие шпаргалки? Ну какие? Обыкновенные шпаргалки, нумерованные. Ну по 30 штук в каждом кармане. Иван Иванович берет Лидка билет, 31-й, да? Начинаю перелистывать в левом кармане. Дошел до 30-й, соображаю, так. Значит, 31-й в правом. Начал искать в правом, нашел, вынул.